Всем приветик. Значит, плюсы в Америке. Сколько их сейчас, не знаю, точно много. По сравнению с Украиной, в Америке плюсы есть. Конечно, есть и минусы, а где же их не бывает. Но плюсов больше, как бы мы ни считали, как бы мы ни переворачивали и не искажали всю реальность. Значит так, что здесь? Во-первых, работа для всех. Независимо, сколько тебе лет, пенсионер ли ты, инвалид ли ты, молодой, старый, студент, для всех. Второе. Не видно по дорогам ни пьяных, ни больных, никого. Пьяные все, если есть, то ездят или сидят дома. Больные всех развозят в специальные машины, кому куда надо. Бабушек на дороге не увидишь, которые ходят с палочками, которые больные, которые могут упасть и разбиться никогда. Здесь всех развозят, кому куда надо, старых людей. Дальше. Я уже не говорю о мешочках в магазине. Если у нас за каждый мешочек нужно купить или таскать с собой целую авоську мешочков, когда идешь в магазин. Здесь мешочки, идешь в супермаркет, в любой магазин. Сколько надо. Даже другой раз ставят тебе по два, если ты набираешь там какие-то тяжелые вещи, чтобы мешок не разорвался, ставят по два. Могут ставить один бумажный и один такой целлофановый. С этим здесь проблем нет. Потом. Чистота. Чистота. Я даже не знаю, с чем сравнить эту чистоту, с какими у нас там местами на Украине. У нас иногда так почищивают города, наверное, перед какими-то праздниками или перед приездом каких-то высокопоставленных лиц. Тут чистота постоянно. Постоянно. Любо-дорого ходить и смотреть. И тут даже не задумываешься иногда, чтобы бросить что-то куда-то. Но не бросают тут люди ничего никуда и нигде. Тут везде мусорные ящики. Отдельно мусорный ящик для мусора, отдельный мусорный ящик для ресайкла, это значит для бутылок, для стекла, для жестяных банок, для все тут отдельно. Тут все сразу собирается в разные контейнеры. Плюсы. Я даже не знаю, что какие еще плюсы. То, что тут предоставлена возможность еды на выбор. Какая хочешь кухня, у нас готовят, окей, нас тут готовят, но тут людям некогда готовить. Тут люди имеют право себе заработать деньги и те деньги растратить, как они хотят. Есть где заработать и есть где растратить, но соотношение между заработанными деньгами и растраченными всегда разное. Заработать можно всегда больше, растратить меньше. А у нас заработать негде, а растрат много. Почему? Потому что очень дорогие коммунальные услуги, очень дорогие продукты, дорого все. Дорого все. Здесь другое соотношение между этим всем. Ну, я даже не знаю, какие еще плюсы. Ну, много всего, много всего. Потому люди здесь и остаются. Здесь остаются и легалы, и нелегалы. Здесь остаются все, потому что осознают люди разницу на себе. И разница ощутимая. Если ты даже и нелегал, все равно ты зарабатываешь деньги, ты все равно их спокойно тратишь, и ты все равно у тебя хватает. Может быть, ты зарабатываешь не столько, сколько легал, потому что всегда нелегалам там норовят урвать чуть-чуть. Но и нелегалы здесь не бедствуют. Здесь хорошо всем, кто это понимает. Кто не понимает, тому прямая дорога на Украину. Домой, туда. Лентяи могут только дома сидеть. Вот там где-то, в заброшенной старой хате, за которую деньги не надо платить. И который ходит там по друзьям сегодня, завтра, послезавтра. Те его там покормят, те там покормят, те там покормят. Тут такого нету. Тут нужно самому заработать и
самому, как еще и предложить кому-то, помочь кому-то. Вот такие здесь дела. Все, мы тут сколько живем, мы тут минусов не наблюдали. Конечно, у них тут все как бы минус, который тут для нас минус. Потому что у нас нету языка, а тут все документально, документы. Тут нужно все по бумагам. Здесь просто так не делается, пришел, поговорил, как смог, объяснил, как смог. Нет, тут все бумаги. Куда бы ты ни шел, что бы ты ни делал, тут везде нужно заполнить бумагу. Даже вот я теперь делаю документы, ходить в джим, так как у нас маленький доход, и у нас, мы показываем, что у нас маленькие income tax, мы платим маленькие налоги, и даже то, что я иду в этот джим, и что они мне могут делать дискаунт, значит, снижку дешевле, я должна сдать все документы, они должны переслать это в ИРС, это в налоговую инспекцию, и удостовериться, что у меня действительно такой низкий доход, это нужно ждать 2 недели. И тогда только они скажут, что да, окей, все прошло, мы вас поздравляем, вы там берете, я не знаю, 80% у нас дискаунт, будете ходить в джим всей семьей. Но опять же, это все только бумага, бумага, как говорится, из бумаги не вырежешь топором ничего. Тут все должно быть предоставлено. Документ. Тут без документа никуда и ни туда и ни сюда. Потому что ответственность. Потому что здесь закон, здесь работают какие-то правила, здесь работает у нас, там ничего не работает. Кроме того, что за последние вот эти годы увеличилось, бандитизм увеличился на 50%. На 50%. Это сплошные там убийства, грабежи. Там сплошной дурдом. Тут, конечно, хватает тоже всего этого, но мы живем в спокойном месте. И на нас это абсолютно не влияет. Тут тихо и спокойно. И мы тут живем тихо и спокойно. Никому не мешаем, никто нам не мешает. Вот такая жизнь в Америке. Вот потому сюда все и хотят идти. Конечно, с последним временем чуть-чуть ужесточили. Но окей, как-то люди все равно сюда приезжают, добиваются. Кто хочет, тот всегда найдет. Окей, всем вам пока, я на работу. Сегодня английский. Всем вам желаю хорошего дня, хорошего настроения. Кому нравится, подписываемся. Ставим лайки. Кому не нравится, сори. Всем пока, счастливо. Bye-bye.